Доброго времени суток, народ! С вами, как обычно, Джесс, и мы продолжаем, да, откройся же ты, наконец, проходить Evil Within 2. Нас тут направили в какую-то лабораторию, ну, точнее как, мы направились в лабораторию, потому что, ну, вроде как там был О'Нил, за ним вроде как пошла и Хоффман, а мы вроде как что-то хотим от них обоих. All these tanks. What's this about? Я надеюсь, они не откроются. Хотя бы все разом. Не откроются же, правда? Эй, что вы тут делали? Ебанутые. Я должен был проверить. Призрачной леди давно не видно было. Сейчас мы немножечко тут узнаем. Блять. Ладно. Ладно, это было не страшно, но это было довольно неожиданно. Я слышал этого чувака, я думал, кто-то там в комнате встал. И что-то как-то на окна даже не смотрел. Смотреть надо было как раз на них. Так. Детали, деталюшечки. Тут куда-то пройти еще можно. Здорово. Во-первых, там есть красный гель. Красный гель — это то, что я хочу. Па-па-па-па-пам. Там красный гель. Так, стоп. В смысле? Это выше. Этажом выше. Поэтому мы сейчас заберем красный гель. Тихонечко отсюда свалим, правда? О, документ. Исследование сбоя. Данный феномен проявляется все сильнее, ведь исследовательский центр сети изучает эту проблему. Трансформация жителей происходит быстро и необратимо. Их внешний вид вызывает отвращение. Формы, которые они принимают, нельзя даже назвать человекообразными. Также в их поведении не остается ничего человеческого. Мы назвали таких жителей пропащие. The Lost. Замечено, что последняя стадия жителей перед трансформацией обязательно включает веру в то, что его преследуют могучие и необоримые силы. Как только жертва поддается этим силам, начинается трансформация. Стем — конструкт искусственного происхождения. В ней нет вирусов, бактерий и инфекций. Поэтому феномен пропащих — это ментальный процесс. Пока неизвестно, как он распространяется и кто будет поражен следующим. Возможно, настоящая причина кроется в том, что происходило с субъектами до входа в стем. Требуются дальнейшие исследования. Пила. Да знаю, я знаю, сейчас поднимусь. Блин, вообще мне кажется, что предполагается, что я наверх пойду, и поэтому давайте-ка мы с вами сходим сначала сюда. Я не хотел бы пропустить что-то интересное, просто потому что я...
Я даже не знаю, как это комментировать, блин. Это не то место, в котором я хотел оказаться, вот вообще. Здесь есть еще один резонанс. Looks like it goes down forever. Судя по вот этим вот призрачным голосам из ниоткуда, видимо, там все-таки дно есть, и на этом дне кипит жизнь. Или не жизнь. Не знаю, как правильно это выразить даже. Наблюдение за ямой. Здесь так одиноко и жутко. Сбрасываем тела этих тварей в яму, и они все не кончаются. Как меня угораздило в это ввязаться? Я что-то слышу. Голоса, они доносятся из ямы, но этого не может быть. А если не из ямы, значит они у меня в голове. А это еще хуже. Слуховые галлюцинации один из симптомов. Но этим нельзя заразиться. Это не вирус и не бактерия. Это психологическое заболевание, которое поражает только тех граждан, кому переписали память. По крайней мере, они так сказали. Черт, нужно собраться. Это просто одиночество на меня. Так действует одиночество и эти отвратительные трупы. Это не феномен. Oh, no. But... It's coming. I gotta get out of here. Чтобы вы понимали, я про эту дамочку вспомнил не потому, что я что-то знал, а потому, что я просто про нее вспомнил, ее давно не было. И вот она здесь. Я вообще, кстати, ничего не смотрел, кроме трейлеров по Evil Within. Так я обычно, ну, бывает там, посмотрю, может, первый час, например. No. Просто для... Привет. Просто для того, чтобы понять, хочу я или нет делать видео по игре. That thing again. Так, я что-то напрягся, да. Замолчал. Так вот, да, по Evil Within я смотрел только трейлеры, и то потому, что мне надо было... Слушай, ты не могла бы перестать? Так вот, да, только потому, что мне нужно было сделать интро. Отстань ты от меня. И сюда. Ладно, предположим. А это... Это не источник заражения ли? Вот это интересно. Воу-воу-воу.
Спасибо, что со... Спасибо, что создала кучу препятствий на пути своего зрения. Менее по-русски я это сказать не мог. Что произошло? А? Дамочка решила сделать перестановку. Хорошо. Блин, она опять перестановку делает вообще. Дамочка, вы бесите. А, мне на ту сторону. Нет, 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 нет. Стоп, я здесь не прохожу. Вот это номер. Что мне делать-то? Шо? А, вот куда, я понял. Наверное, надеюсь. Так, она отвернулась. Быстро, 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 быстро. Да. Ты иди ты. Женщина. Вы не правы, женщина. Это просто нечестно. Я, значит, тут откладывая кирпичи, ищу путь. А вы его постоянно меняете. Да выключи ты. Стоп. Фонарь выключен, я понял. Хорошо. Пошли, пошли. Хорошо. Я постою здесь, пожалуй, в уголке. Отвернись, уйди. У меня от ее пения до сих пор мурашки по коже. That thing again. Why is it after me? What does it have to do with this place? Я чувствую, как будто это какое-то отражение маяка. Документ. Отчет об исследовании. Низ. Верхняя часть документа оторвана. Оставаться на службе, но под постоянным наблюдением. Информация, которую можно получить из-за опыта его пребывания в STEM, может оказаться бесценной для организации. Установлено, что пребывание в STEM может вызвать длительные остаточные эффекты.
Детектив Кастелланос уникален тем, что вошел и вышел из стенд без стандартной процедуры перезаписи памяти. Мы многое можем узнать об отдаленных последствиях пребывания в STEM, если позволим ему спокойно работать, а сами будем наблюдать за ним на расстоянии. Я продолжу проводить предписанные детективу Кастелланосу сеансы психоанализа, и о любых открытиях буду еженедельно сообщать организации. Уолтер. Харрингтон. Они предполагали, Себастьян. Где верх отчета, мне очень интересно. Эй, оу. Блин, ну не идти же мне обратно в самом деле. Ну там же это. Вот это вот. И сюда нельзя. А, во-во-во, чёрт лежит на каталке, я не увидел. Письмо от шефа полиции. Это Джим. Пару слов о ситуации с Кастелланосом и маяком. Мы отправляем Себастьяна на обязательное обследование. Об инциденте в маяке никто не должен узнать, а мистер Хороший Детектив единственный, через кого может произойти утечка. У нас много агентов в полиции, но недостаточно, чтобы обеспечить полную секретность. К счастью, их штатный психолог утверждает... получает зарплату у нас. Когда мы поймем, что конкретно известно Кастелланосу, можно будет потихоньку начать во время сеансов внушать ему сомнения в собственной вменяемости. Когда лечение закончится, Себастьян уже не будет уверен в истинности всего, что он видел в маяке. В принципе, он и так не очень-то уверен. Он в последнее время работает будто зомби, еле-еле соображает. Бедолага явно до сих пор переживает все, что там случилось. Мне его почти что жаль, я ведь его больше 10 лет знаю. Он очень сильно изменился, но такова цена прогресса. Лес рубят, щепки летят. Джеймс Ван Кирк, полицейское управление. Кидман was right. Шеф полиции. They are everywhere. They were right under my nose the entire time. Как приветливо распахиваются двери. Нет, Себастьян, это глубже в ад. О, Рубен. Его же Рубен звали, правда? А как звали мальчонку? Вот. Ну, вот этого мальчонку, я не помню. То есть, по сути, то, что... По сути, то, что мы переживаем вот в этих вот эпизодах с леди... С призрачной леди. Это, по всей видимости, наши такие конкретные приходы насчет... Событий маяка. It's all my fault. What the hell is this? Can't move on. Can't move. The source of my pain is me. The part of me still stuck in STEM. Never getting out. No. I'm wrong. I will get out. Себастьян. But without you. What was that? It felt different than the others. More real. Like something changed. Как тебе вообще в голову пришла идея стрелять? Good. О. Ого! My trusty revolver. Класс. I haven't seen you in a long time. Хорошо, ладно. Мы освободились от наших флешбеков из маяка, и очевидно, призрачная леди больше к нам не будет приставать. Тут мы все почитали, да? У нас еще один слайд есть, класс. Да не, нахер мне этот пистолетик. Дайте мне мой револьвер.
Что про него написано? Давайте почитаем. Не знаю, непонятно. Даже прицел такой же. Но он должен быть мощнее. Он просто обязан быть мощнее, поэтому я, собственно, его и... Так, тихо, мы не в Destiny. Разбежаться и подкатиться не получится. Да, кстати, насчет Destiny, я помню, согрозился на релизе в нее поиграть, там видюшку сделать. Но поскольку я решил тут обновить несколько свое железо, я обязательно расскажу про нее после уже, когда можно будет сделать это в хорошем, в достаточно хорошем качестве. Потому что идет она у меня на минималках, что печально. Так, пошли сюда. Там что-то лежит. Где кто ходит? Еще с таким приятным звуком. Так. Да, я хотел бы вот так вот это сделать, чтобы понимать, насколько я далеко от цели. Там один. Знаете, давайте не будем рисковать. Я, конечно, могу такой, типа, это рвануться там, бросить на него все дела. Угу. Хорошо, он там один. Это именно то, что я хотел бы знать. Не-не-не. Пусть он отворачивается спокойно. И топает в своей оси. Он меня не увидит здесь. Я могу так стоять. Опа-па-па-па-па-па-па-па. Не на того напали, ребята. Я подготовленный. А вот иди нафиг. Иди там, поброди туда-сюда, вернись к своему ужину. А я сейчас приду и объясню тебе, что не надо кушать людей. Пришел он обратно, блин. Я здесь быстрее тебя оказался. Как? Кушай, кушай. Быстро. Хорошо. Парень больше не будет кушать. Так, пошли посмотрим все-таки этот... Что нам там расскажет. Хорошо, что я решил сходить в то место странное. Это очень полезно казалось. Подсумок. Угу. Все, больше шприцов мы набрать не можем. Теперь их, наверное, 5 будет.
populace has succumbed already, and they're actively hunting down and killing whoever is left. It's a nightmare. At this rate, there will be no one left in 2 weeks. We've lost contact with Mobius. We're trapped in here. With the Lost. It's too late to stop now. The entire Union experiment is doomed. We're all doomed. I'm sorry. Ах, да нафиг. Не надо мне таких сообщений, которые заставляют думать о том, что в Мебиусе были и нормальные ребята. Забавно. Мне очень понравилось, как они эту побочную линию с этими, ну, с неотпускающими воспоминаниями из маяка встроили в сюжет. Даже дали он награду нам за это. What do we have here? Ну, очевидно, не очень обратившийся чувак с знаком Мёбиуса на перчатке. Так, что-то есть. Нет, ничего нет. Хорошо, здесь посмотреть ничего не можем. В случае с агентом. Наши самые худшие страхи оправдались. Феномен пропащих перекинулся на сотрудников Мёбиуса. Мы полагали, что изменения были результатом перезаписи памяти, но сотрудникам память не переписывали. Нам удалось изолировать и уничтожить зараженного, прежде чем он успел трансформироваться. Возможно, длительное соседство с таким количеством трупов пропащих сделало его уязвимым к возбудителю. Чем бы он ни был. А может, это просто совпадение. Мы извлечем его от церебральный чип в надежде получить информацию. Для изъятия чипа нужно устройство извлечения. Сам процесс относительно простой и автоматизированный. Надо просто повестить объект на каталку и ввести код активации устройства извлечения 0128. 0128 это куда? Куда ввести? Ввести куда? Не сюда. Куда? Не сюда. А, блин. Неважно. Ну, я понял. Окей, let's see what happens. Сверло не в том, что? О, сверло не в том направлении крутится. Ну ладно. Это... Oh, thank God he's already dead. I gotta get out of this lab. Так, у нас тут походу пара трупов убежала, да? Не сказал бы, что мне не терпится попробовать револьвер в деле. Так, на этом этаже, кажется, никого, да? Тебе никого. Так, там внизу это курило. Я слышал этот мерзкий звук. Я его опознал. А еще там. О! Жишка есть.
Где-то еще эта дамочка с ножом бесноватая. Блять. Так, хорошо, она меня не видит и не увидит. Не поворачивай налево, а? Направо только что для тебя. Быстро, четко. Ну, не быстро, может быть, но четко. Думаю, мне нужно разобраться с этим делом. И уже потом закругляться. Ты что, поехавшая? Почему ты рвешь пол? Все, отсюда больше никаких, блин, сюрпризиков на меня не выйдет, не? Откуда ты взялась вообще, блин? Есть мнение, что курил издает. Сейчас она, если дальше сюда пойдет, я ее попробую отвлечь. Если не пойдет, я буду ее резать. Тихо. Дамы без нервов. Так, мне нужно как-то удобно устроиться, чтобы видно было лестницу. О. Твою мать. Она здесь. Вообще это хорошо. А это еще лучше. Хорошо. Замечательно. Мертвая бесноватая нам вреда не нанесет. Я могу? Могу. Блин, ей настолько явно больно от того, что мы вот такая капец. Бля-бля-бля! Откуда ты взялся, защитничек? Ё-просто. Ой, блядь, еще один. Насколько же их много-то оказывается.
Я такой думаю, сейчас этих двух порежу и все, окей, а? Хер там плавал. Привет. Они тут своей жизнью живут, я своей, блин. Нормально. Какой? Куда? Нет никого. А, что? Что? Кто? Что? Ты откуда? Беги, беги, Себастьян, беги. Какие же мерзкие звуки издают, когда бегает, это жесть. Мне на самом деле кажется, что количество патронов в обойме имеет смысл поднимать для пистолета, потому что... Для пистолета я в кап патронов упирался пару раз. Где там, блядь, скрипишь? О нет, о нет, о нет, о нет, о нет. Привет. Ты не ори. А куда я делся? Сука. Так, хорошо, это наш клиент. Товарищ пришел умирать. Как там можно было сменить плечо? Или это не здесь можно было сменить плечо? Это в... Нет, это не здесь. Не здесь. Блять, я запутался. Слишком много всего. Во-во-во-во-во-во. Главная добыча. Хорошо. А, вот ты откуда прибежал меня бить. Сука. А! Я понял. Будет мне уроком никогда, 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 никогда не пытаться прыгнуть на сидящих и кушающих. Так, он еще не вернулся. Вон он идет. Главное, достаточно хладнокровно к этому всему подходить, и все будет нормально. У меня достаточно прокачана эта скрытность, чтобы довольно вольготно себя чувствовать. Все, все. Вроде да. Неплохо жишки получилось с них собрать. Не очень понятно, откуда они появились. То есть, ну, я бы понял, если бы там, например, в морге сейчас опустили все эти. Вот она. Я вот ее искал. Так, в морге опустили, опустили, например, все эти, все. Замечательно.
Hope I can still catch up with Hoffman and O'Neill. Ладно, давайте мы с вами здесь тогда завершим. Потому что, похоже, нас к чему-то опять готовят, значит, будет какая-то... Нет! Спокойно, будет какой-то замес, видимо. Ну или это просто предполагается, что я должен был пострелять, там, пострелять, повзорвать, еще что-нибудь. Вот, ладно, неважно. Короче говоря, большое вам спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Я всему буду очень рад. Всего хорошего.